мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но выше лиги люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь, и тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити? На кладбище. Тут всем абсолютно насрать, чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Я готова. Лифт. Пошли. Цель Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Не высовывайся. Сандра Дорсет – корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой затотеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не дергайся, а то нас увидят. Сделал.
Высовывайся. Мы что, опоздали? Ви, глянь, это она. Наша цель? У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Тут еще кто-то есть. Найдите их и разберитесь. Вот это я понимаю! Вы же не хотите поставить цель под обстрел? Или получить пулю в спину? И это все? Точно, не хотим. Одну секунду! Должна быть где-то там. Господи Боже. Сандра Дорс. Центру. Получили пациентку NS570442. Ввели стимуляторы. Дофамин 70 миллиграмм. Норадреналин 100 миллиграмм. Фибрин 800 миллиграмм.
парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорой встречи. Слушай, Чика, тут вот какое дело. Можно взять твою тачку? У меня свидание с Мисти. Не на метро же мне ехать. Да бери, конечно, Джек. Ты прямо... Ну давай. Я все равно уже никакая. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я поведу. Уотсон блокируют. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Я так и знал. У нас на хвосте висит фургон. Тим Гадлвей. Не нравится мне это. Совсем не нравится. Это они! Их просто пута! Дави на газ, Джеки! Не могу! Веди нормально! Держись! Мерда! Пардон! Попались, мрази! Ви! Зайца водителя! Портил я вид твоей малышки. Прости, Ви. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Черт, они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам, какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне такого особенного? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, к своей девушке? Ну да,
Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты умеешь быть вежливым, когда захочешь. Когда это я был невежлив? Всегда. Я всегда очень вежлив.